Не знаю, это нормальное давление или нет. Как? Можно понять. Мне пишут, что нормальное. Из правительства Алиханова. Из его этих кабинетные. Кабинетные пишут. Что здесь все нормально у меня. Вот. Кручу. Закрыл. Открываю полностью. Это полное все. Тут у меня ничего нет вообще. Красный. Это горячая должна быть. Горячий у нас бойлер-то сломанный. Денежки сейчас собирают. Посмотрим. А вода холодная, вот так вот. Холодная так вот.